Прощание с Дмитрием Георгиевичем Мендиашвили состоится в четверг, 27 мая. Церемония начнется в 11 утра в Большом концертном зале, конечно, с соблюдением санитарных мер. Заслуженный тренер по вольной борьбе будет похоронен на аллее славы кладбища Бадалык. Напомню, Дмитрий Георгиевич скончался накануне от пневмонии. С четверга он был в реанимации в кардиологическом отделении краевой больницы, но спасти его не удалось. За свою жизнь тренер воспитал олимпийских чемпионов Ивана Ирыгина, Бубайсара Сайтиева, Сагида Муртазалиева. Мендиашвили основал в Красноярске первую за Уралом школу высшего спортивного мастерства по борьбе, которую позже назвали его именем. В прошлом году указом президента страны Дмитрию Георгиевичу было присвоено звание Героя труда. Он признан лучшим тренером России 20 века. 4 июня прославленному наставнику исполнилось бы 88 лет.